Если новая модель зарплат учителей вступит в силу в нынешней редакции, у большинства педагогов зарплаты не вырастут, а наоборот сократятся. С таким заявлением сегодня выступил профсоюз и привел цифры, с которыми категорически не согласны в министерстве. Впрочем, министр не отрицает, в следующем году выполнить просьбу педагогов не получится. Так что забастовка учителей с повестки дня не снята. Согласительная комиссия собирается на первое заседание. В нее входят профсоюзы учителей, специалисты Министерства образования, финансов и регионального развития. Разговор за закрытыми дверями длится более 2 часов. По окончанию даже по лицам участников видно, договориться не удалось. Если ведут новую модель, тогда ситуация ухудшится у 72 местных управлений. И только у 47 новая модель будет с позитивными влияниями. По расчетам профсоюза работников образования, от новой модели оплаты труда выиграют учителя рижских школ. В свою очередь, те, кто работает в школах вокруг столицы, потеряют больше всего. В целом, у 56% педагогов зарплаты уменьшится, утверждают профсоюзы. В министерстве не согласны. По нашим данным, снижение финансирования будет в 35 самоуправлениях. Но ситуация очень разная. Есть самоуправления, где учителя получают почти 2000 евро в месяц. А есть такие, где учителя получают 450 евро. Ясно, что чтобы эту ситуацию сбалансировать, мы должны либо гарантировать всем учителям большую зарплату, что нереально, либо мы идем к стабилизации ситуации постепенно. Профсоюзы не согласны, чтобы одним учителям добавили зарплату, снизив ее другим педагогам. Различаются расчеты и по нагрузке. Профсоюзы говорят, она при новой модели только увеличится. В МОН не согласны. Кроме того, профсоюзы уверены, новая модель не гарантирует детям обучение вблизи от дома. И с этим министр не согласна. Я совершенно не могу согласиться с тем, что в новой модели не учитан принцип, чтобы до 6 класса обучение было обеспечено как можно ближе к дому. Совсем наоборот. Я уверена, что маленькая школа может существовать, но там будет меньше учителей, если они хотят получать соответствующую зарплату. Отдельная тема для споров – зарплаты воспитателей детских садов. Сейчас они зарабатывают на порядок меньше, чем педагоги в школах. По словам профсоюзов, они и так пошли на большой компромисс, разделив свои требования на 2 этапа. Часть изменений должна вступить в силу с 1 сентября следующего года, другие – в дальнейшие 3 года. Чтобы разобраться с цифрами, к следующему заседанию решено рассчитать годовую нагрузку и зарплату конкретного педагога и сравнить. Чтобы там прекратили мы споры насчет вопроса, будут ли оплачены перемены или не будут, или достаточно времени, чтобы подготовиться к занятиям и исправлять, да, работы. И тут мы на сегодняшний день остались, каждая сторона, ну, к своим аргументам. Впрочем, время поджимает. Бюджет в первом чтении 7 будет принимать 5 ноября. Значит, компромиссный вариант по зарплатам учителей надо подать в правительство до 3 ноября. Идею забастовки профсоюз в повестке дня снимать пока не спешит. Яна Рубинчик, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение.